В новом микрорайоне Ольшанка быстро растут многоэтажки. Только сдается один дом, как рядом уже поднимаются этажи другого. Поэтому строительство данного объекта крайне необходимо. Полноценная современная шестиполосная дорога в скором времени свяжет Ольшанку с улицей Славинского. Полностью объект планируется сдать в эксплуатацию во второй половине 2015 года. Его протяженность составит более 2,5 километра. В настоящее время ведется строительство на участке 900 метров до железнодорожных путей. Над ними планируется возвести путепровод, а также там появится тоннель для поездов. Дорога пройдет мимо поселка Фабричного, промышленной зоны и выйдет возле открытого акционерного общества «Химволокно». На всех перекрестках и пешеходных переходах установят светофоры. В районе птицефабрики и поселка Фабричного оборудуют 2 остановки общественного транспорта. Сейчас выполняется комплекс подготовительных работ, выноска кабелей выполняется. Значит, вертикальная планировка выполняется. Также ведем строительство местного проезда, который идет вдоль жилых домов существующих, для того, чтобы люди могли на период строительства нашего объекта подъехать каждый к своему дому. Это все заложено проектом. Основные работы выполняет ДСУ-18, значит, работы по переустройству кабелей выполняет СПМК-66. Значит, вынос сетей водопровода и канализации будет выполнять СПМК-70. К слову, 2014 год для нового микрорайона полон планов, которые вполне реально воплотить в жизнь. В частности, здесь намечено построить квартиры для фонда арендного жилья. В текущем году в Ольшанке появится школа на 33 класса. В январе начато строительство еще одного детского сада. Диана Шитик, Андрей Шмыгин, Юрий Дубовик. Новости Гродно+.